Эй, ребят, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кот АТВ, и сегодня я вам расскажу, как попасть в данж. Секундочку. Как попасть в данж? Пустая лодка, тысячи дверей, а также бесконечный массив, тут рядышком и точка телепортации. Все это находится под островом Арауми, точнее начинается. Вот я вам покажу, что я уже сюда дошел. Ссылочка на... Точнее, сами можете открыть у меня на канале, подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить видосик. Я скажу основные вещи. Во-первых, вам нужно будет начать проходить цикл приключений очищения от скверны. Это будет по счету где-то четвертое место. Тут вот здесь вот мы попадаем в колодец. Зачищаем там все, проходим. Ну, в принципе, можете посмотреть мои видосики, вы все поймете, как сюда попасть. Вот. Ну и пройдем сам данж, естественно. Посмотрим, что у нас тут интересного в этом данже. Ой, я Ализу взял. Нахера она мне тут нужна? Ну ладно, не суть. На самом деле, я прям вообще нормально тут эти головоломки, блядь, съели время. Я прям сижу. Я даже поспать немножко успел. Слава богу, пару часиков. Ну, было совсем уже тошно. Я просто ночью не смог поспать. В связи с тем, что жара дикая. Там-там-там-там-там. Угу. Я понял, нам тут не фритики надо собирать. Ага, я понял, ладно. Не фритики, чтобы открыть эту дверь. Значит, надо их три штуки тут собрать. Ну ничего. О, это мы удачно зашли за сундучком. Так, и еще один нефритик к нам подъехал. Так, и вон там третий нефритик. Я уже его отсюда вижу. Чухаю, чухаю его. А, так мы к нему и просто не зайдем, да? Я просто вижу его, он за стенкой стоит. Может, тут за ширму может как-то залезть? Нет. Вот так тут. Делаем вот так. Делаем вот так, делаем вот так. Все, забираем последнюю штучку и идем проходить. Скорее всего, там будет нас ждать какой-нибудь очень и очень интересный босс. Ляк-ляк и самурай. А, двух врагов. То есть их двое будет. Ага, вот он и второй вылез. Интересно, вообще есть толк от Лизиной ульты тут? Ой. Так, одного мы одолели. Ты нифига себе, ты какой дерзкий, слышь? Паря. Орекс Лепес. Блин, мне надо ульту. Давай, Беннис. Ультишку! Это было изи. Не почувствовал. Так, данжик мы прошли. О, тут еще можно дальше сюда. А, не. Не-не-не. Тут типа щиток этот. Не пройдешь вперед. А где мы вообще? А, нас даже на карте.
А где? Почему нас на карте не показывает? Я бы хотел посмотреть, где мы на карте находимся. Ну ладно, не суть. Раз не показывает, значит так, 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 тому и быть, так тому и надо. Ну что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видосики. Всем пока-пока и до новых встреч.